Это лето садоводческое некоммерческое товарищество «Плодовое» встретит со светом. Уже к началу дачного сезона 230 участков подключат к электричеству. Первый этап работ уже сделан. На территории СНТ установили воздушно-защитные линии протяженностью 600 метров. В первом этапе, что у нас предусмотрено, сначала полностью электроснабжение данного СНТ, а уже во втором этапе, это с середины мая, начнем подключать садовые участки сами. Напрямую. В данном СНТ сами садоводы сложились, уже установили опоры электропередач. От нас только установка двух трансформаторных подстанций и самих проводов. На строительстве линии электропередач садоводы останавливаться не собираются. В планах ремонт прилегающей к СНТ дороги и даже бурение собственной скважины. На 2017 год мы планируем доделать электричество и пробурить на первой линии скважину, чтобы садоводы не возили с белого ключа с родника воду из дома, а уже была своя скважина. Вся работа по электрификации товарищества находится под контролем самих дачников. По их просьбе первым делом компания-подрядчик подведет электричество к участкам ветеранов, детей войны и пенсионеров. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.